Привет, друзья, привет. Да, я вам хочу одну вещь такую интересную сказать. Дело в том, что ключ-то отличается от всех других методов тем, что у нас навыки вырабатываются устойчивые. Я хочу объяснить, почему. Потому что у нас есть такая методика, которая называется антистрессовая подготовка. И вот в отличие от всех других методов в мире, в антистрессовой подготовке обучение, например, навыкам расслабления производится не в удобных условиях. Но антистрессовая подготовка – это именно процесс, когда тренировка этих навыков производится в условиях, близких к реальным. То есть, если в обычных центрах психологических обычные процедуры, ну, медитации там или еще что-то, требуют комфортных условий, а здесь все наоборот. Чем больше шума, тем лучше. Чем больше неудобного положения, тем лучше. Прямо во время ходьбы, прямо во время движений мы вырабатываем навыки, помогающие человеку снять напряжение. Эти навыки устойчивые. Потому что я задавался раньше вопросом, ну как же так? Вот приходит человек в кабинет к психотерапевту или к психологу, ну и ему предлагают сесть удобно, расслабиться. Ну там раньше как еще там, фимиам какой-то включали, там музыку там или еще чего-то такое. Ну конечно, в таких условиях можно расслабиться, о чем там говорить. А потом он летит в самолете. А там же таких условий нету, там как начнет это самое, ну, допустим, турбуленция, и у него все, он вспомнить не может, что такое расслабление, потому что он в самолете думает, сейчас как грохнется, и все, больше других мыслей в голове нет. Так вы понимаете, в чем дело? И поэтому люди берут там и таблетку пьют, а мужики сидят, коньяк попивают, ну, для того, чтобы снимать вот это лишнее напряжение. Вот чтобы меньше было лекарств пить необходимо, чтобы меньше коньяка тратить вот на это. Лучше сохраните себе на какой-нибудь праздник там. Для этого антистрессовая подготовка производится в условиях близких, реальных. Но самолета я вам не могу предоставить. Ну, например, я могу вам сказать. Вот когда в скайпе я занимаюсь кем-то, я могу сказать. Телефонные звонки, пожалуйста. Неудобное положение тела, пожалуйста. Что хотите? А есть занятия, где побольше отвлекающих помех. Да, помех побольше. Да, есть упражнения, где вы прямо, там это называется вис назад, в синхрогимнастике, вы прямо изгибаетесь дугой назад, ну сейчас не делайте, я вам просто объясняю. Дугой назад, все тело в напряжении, и в этом положении вы расслабляетесь, и таким образом вы научаетесь расслабляться в условиях напряжения, будь то перед экзаменами, будь то в самолете, будь то под водой, неважно. Ну, у нас же очень много людей, вот, которые и чемпионы мира, там, и другие люди, которые там олимпиады выигрывают, математические там и иные. Почему? Потому что именно мы проводим антистрессовую подготовку. Вот чем это отличается. А мой ученик много лет назад там формулу ФА, там для автомобилистов, там гонщиков, там проводил занятия много лет назад. Где только мои ученики не проводили занятия. Но чтобы попасть ко мне в ученики, это нужно пройти такой экзамен, это надо просто выйти ко мне на скайп, я буду разговаривать, и самое главное, я буду определять. Да, потому что у меня есть ученики, которые берут эти приемы, которые я создавал, чтобы человек мог раскрепоститься, снять нервно-мышечные зажимы, да, и в любой деятельности быть успешнее, выступать, например, или входить в образ, когда он актер. Да, а этот человек вот идет ко мне в ученики, ну сейчас я уже так, у меня есть тесты такие, ну как говорится, секретные, я вот с ним разговариваю и сразу понимаю,
Вот были такие люди, которые брали эти приемы, которые для свободы я создаю, чтобы человек был свободен. А он берет и применяет их для гипнотизации. И еще передо мной хвалится. Я, говорит, кто у меня трудно засыпает в гипнозе, беру ваши приемы и даю, и он через них сразу засыпает. Я его выгнал. И почему я не боюсь открывать все секреты? И почему я и в книгах, вот скоро выйдет в АСТ, и почему я на видео, и на вебинарах, и на бесплатном ликбезе, здесь в Ютубе, рассказываю, показываю, почему я не боюсь это всем раздавать, если я так скрупулезно отбираю себе пациентов, как специалистов. Не пациентов, а методистов, врачей или психологов, или социальных работников. Отбираю себе, чтобы они могли преподавать другим. Лично для себя, пожалуйста, берите все, читайте и смотрите. Почему я не боюсь раскрывать то, что, в принципе, люди держат в секрете? А потому что чем больше людей знают эту информацию, которую я даю, тем меньше таких манипуляторов появляется. Знание – это сила. То есть я, в принципе, просветитель. Вот оно, чем я занимаюсь. Понятно, да? И антистрессовая подготовка у нас поэтому такая. Не отрывать от жизни, а наоборот, чтобы человек мог это в жизни применять. И меньше болел. И меньше уставал. И нашел в себе свои таланты и легче их реализовал. До встречи, друзья!